И как в дневное все будет так. Ели, пили, женились. До того дня, как пришел потоп и погубил всех. Из Евангелия. В начале действительно царствования нового царя кажется таким крепким. И вообще с самого начала у этого таинственного человека нет никакого комплекса самозванца. Он нетерпеливо ждет свою мать, ее привозят из дальнего монастыря. Они долго беседуют в шатре, и потом народ с умилением видит, как вдова царя Ивана Грозного жарко обнимала найденного сына. И в думе он бывает там каждый день, и с боярами он разговаривает, ну, как должен разговаривать добрый царь-батюшка, насмешливо слушает, ну, их бесконечные словопрения в думе, когда, забыв о сути вопроса, они бросаются друг на друга. И тогда он говорит: «Дивлюсь я вам, бояре, который час рассуждаете, а толку никакого нет». И излагает кратко свое решение, пугая их книжной мудростью и цитатами из истории. И, наконец, это странное его пренебрежение к самым важным обычаям. Ну, например, он не ходит в баню. И что еще, просто страшно сказать, не спит после обеда. Когда вся Московия погружается вот в этот ритуальный послеобеденный сон, он занимается государственными делами. Это все мироощущение природного царя, который знает, что ему все дозволено, и даже плевать на дедовские обычаи, жаловать и казнить своих холопий мы вольны. В это время бояре уже решили, Мавр сделал свое дело, и Шуйский в третий раз изменяет свои показания, начинает шептать, что Дмитрий-то умер и похоронен в Угличе, а на троне у нас теперь растрига и самозванец. Но Годунов-то ушел, а доносы остались. Они в России, как, ну, наверное, здесь, как без доносов, без снега, земля вымерзнет. Так что очень скоро Дмитрий все знал и... Ну, что должен делать самозванец? Ну, наверное, тайно удавить князя Василия Шуйского. Да ничего подобного. Он требует гласности. Он созывает земский собор. Ну, князь Василий Иванович, естественно, винится, отказывается от своих показаний, и собор единогласно приговаривает его к смерти. А теперь должен умереть как бы единственный свидетель, который все знает, что произошло в Угличе. Причем не по его, как бы, приказу. Он должен радоваться. Ничего подобного. Он милует князя Василия Ивановича. Он все время ведет себя так, как должен вести себя человек, абсолютно уверенный, что он чудом спасшийся царевич Дмитрий. В это время он ждет уже ту, ради которой все и было. В Кракове состоялось торжественное обручение Марины с царем Дмитрием Ивановичем. Царя представляло посольство в главе с дьяком Власевым. И дьяк Власев просто поразил роскошью подарков, достоинством и холопством. Когда он должен был танцевать с Мариной, он заявил, что не только танцевать с царицей недостоин, но до нее дотронуться никак не может. Но когда все-таки дотронуться-то пришлось, вести ее к столу, дьяк Власев делал это не иначе, как обернув в чистый носовой платок свою недостойную руку. Впрочем, и поляки поразили дьяка Власева. Как записал один из них, наши негодяи у русских все лисьи шапки покрали и кинжалы тоже. В мае свадебный кортеж достиг Москвы. Фантастическая мечта стала явью.
12 белых лошадей в яблоках и карета серебряная, сверкая гербами. Так въехала царица новая в Москву. Так началось ее царствование, которое кажется двухнедельной сказкой. Она короновалась в Успенском соборе. Она сбросила европейское платье, была в платье московской царицы. С ней происходило то, что будет происходить впоследствии со всеми немецкими женами Романовых. Она стремительно и с радостью становилась московской тюремной царицей. Византия захватывала ее. А в это время уже заговор созрел. Кто принимал участие в заговоре против царя Дмитрия? А те же самые, кто посадили на трон царя Дмитрия. Были приглашены начальники полков, которые стояли под Москвой. Дмитрий готовил поход на Крым, желая закончить завоевание своего отца, царя Ивана, и завоевать и Крымское ханство тоже. И князь Василий Иванович Шуйский в первый, наверное, в последний раз сказал воеводам: «Мы признали Растригу истинным Дмитрием, только чтобы не свести с царства Годуновых. Мы ведь думали, что этот умный, храбрый, молодой человек будет верным защитником православной веры, а вместо этого он ее презирает и женился на польке поганой». Заговор князь Василий Иванович предложил воистину азиатский, зная любовь народа к Дмитрию, ворваться в Кремль с криком: «Поляки убивают государя!» В мае в Угличе был убит царевич Дмитрий, теперь в Москве должен быть убит воскресший Дмитрий. На рассвете уже бояре в доспехах на конях заняли все входы в Кремль. Ну, как всегда у нас перед переворотами, были выпущены разбойники, воры из тюрем. Когда он проснулся и понял, что случилось, он понял, что у него есть минуты, но он бросился в покои Марины, он крикнул: «Сердце мое, измена, спасайся!» И со шпагой выбежал навстречу толпе с криком: «Я вам не Годунов!» Но толпа заставила его вернуться во дворец, и уже трещали засовы. Но он никогда не терялся. Открыв окно, он прыгнул вниз на высокие подмостки, на которых недавно был этот брачный пир. И уже он предвкушал освобождение. Надо было только вырваться в город, где была толпа, которая его любила. Но он не знал, что на Руси беда не приходит одна. И перепрыгивая с подмостков на подмостки, он сорвался из этой огромной высоты и упал, и ногу себе сломал, и грудь зашиб. И когда они ворвались в покои, они не нашли Марины. Придворная дама под широкой юбкой спрятала миниатюрную красавицу, когда подоспели бояре. А он лежал на развалинах дома Годуновых, куда перенесли его стрельцы, которые нашли его. И толпа, черни, окружившие его, и бояре кричали ему: «Кто ты? Скажи, кто ты?» А он им все твердил: «Я царь ваш, Дмитрий Иоаннович. Пойдите, спросите у моей матери, я сын царя Ивана Васильевича». Но князь Василий Голицын уже выпрыгнул из толпы и сказал, что у инокини Марфы уже спросили. И она сказала, что сын ее, царевич Дмитрий, давно убит в Угличе, а это вор и самозванец. «Вот я сейчас и благословлю польского вороля», — выкрикнул человек из толпы и из пищали убил его. Так на развалинах дома Годуновых
уничтоженных им Годуновых, он и погиб. А потом толпа сорвала с него все эти драгоценные одежды и поволокла на лобное место. Они притащили его ногое изуродованное тело и положили его. Они будут оплевывать его потом, посыпать песком, обмазывать дегтем. А пока они напялили на него шутовскую маску, которую историки не могут содрать с этого загадочного лица, какую уже сотню лет. Так кто же он был? Думаю, что царь Борис был прав. Бояре привели его на Русь. Это был плод вот этого боярского заговора, рожденного Василием Ивановичем Шуйским. Они были слишком слабы, чтобы бороться с могущественным правителем, царем Борисом. Придумали создать, воздвигнуть тень природного царевича, которая должна была раздавить царя Выборного. Ну, для этого, конечно, им нужен был молодой человек, который, говоря словами Василия Ивановича Шуйского, был храбрый и умный, а мы добавим, экзальтированный, и нервный, и романтичный. Но, а как заставить молодого человека поверить, что он чудом спасшийся царевич Дмитрий? Как это внушение должно было быть, и самовнушение, точнее, достаточно вспомнить, как много людей после расстрела царской семьи в Екатеринбурге верили, что они чудом спасшиеся царские дети. Так что не случайно на исторической сцене он показывается из палат Романовых и князей Черкасских. И именно там, должно быть, ему внушили. Именно там он получил вот эту великую книжную мудрость, которая удивляла даже в чудовом монастыре. Именно потому были вот эти опалы, что-то неясное услышал Годунов, и именно потому в это время они укрыли его в чудовом монастыре. И потому его сопровождать в Литву будут монахи Мисаил и Варлаам из круга князя Шуйского. Вот почему он так верил. Вот почему была эта гипнотическая сила его, которая заставляла всех окружающих ему верить. Вот откуда был этот героизм на поле боя? Ибо знал он, что Бог за него, что возвращает он свое царство. Правда, на поле боя воеводы царские играли с ним в поддавки, ибо все они уже были в заговоре. Это был самозванец, который не знал, что он самозванец. И если эта версия права, то это была единственная невинная фигура вот в этом страшном калейдоскопе клятвы преступлений и предательств, которые называются русской смутой. Ну, а на царство вступил князь Василий Иванович Шуйский, глава заговора. В грамотах потом будет писать, что избран земским собором, солжет. Никакой земский собор его не избирал, просто выкрикнули его на площади, договорился с боярами. Полуцарь был. Начал с разумного, с перезахоронения царевича Дмитрия, чтобы никому неповадно было объявлять, что спасся он. И в Архангельский собор из Углича и привезли тело.
В официальном отчете было рассказано о явленном чуде, потому что труп мальчика совсем не разложился. Он лежал в гробу, как живой, хотя прошло 15 лет. И на шее у него вот было это серебряное ожерелье и этот страшный порез, а в руках зажатая горсть серебряных орехов. Во время захоронения в Архангельском соборе его мать, инокиня Марфа, просила прощения у народа, у царя и у духовенства за то, что поверила в Растриги. Просить должна была прощения совсем не она одна. Но царь Василий Иванович, столько раз предававший свою клятву, вместо этого унес мощи царевича Дмитрия. Еще истощили маску с трупа Лже-Дмитрия на лобном месте, а уже как волны перекатывался этот насмешливый слух. Он спасся, убили не того, потому и положили маску на его лицо. Он снова воскрес, опять второй раз чудом спасшийся царь Дмитрий Иванович. Маска смеялась. Всякий, кто мечтает о переворотах в России, делает это по молодости или по зломыслию. Для него чужая голова – полушка, а своя шейка – копейка. Это слова нашего великого поэта. Так что несчастному царю Василию Ивановичу придется вскоре и узнать справедливость этих слов. Они дважды уже свергали царей, они развратили страну, и уже этот вулкан проснулся, и это лава народного гнева. Вот от этого тысячелетнего унижения, от этой бесконечной, беспросветной нищеты, от этого постоянного воровства власть имеющих, она уже полилась через этот канал, уже опробованный. Канал успешной борьбы с властью, который назывался самозванство. Его еще никто не видел, воскресшего Дмитрия. Но его именем уже брали города, в его честь стреляли пушки. И 12 000 казаков и голыдьбы под водительством его воеводы Болотникова грабили русскую землю. И уже к нему отложились все северские города. А потом он и появился. Никто не знает, из какой грязи возник этот новый самозванец. Ему будут приписывать много имен, а чаще всего Матвей Веревкин. Имя символическое. И явился он в местечке с символическим названием Пропойске. Вот этот Веревкин из Пропойска был страшной карикатурой на того тонкого, талантливого первого. Вот этот будет грабить, бражничать и убивать. Он был как воплощение вот этого народного страшного бунта. Не всегда бессмысленного, но всегда беспощадного. И уже вскоре царь Василий Иванович с ужасом видел, как к Москве приблизилось это бесчисленное войско казаков, холопов, поляков, польских авантюристов, приведших свои отряды, и они встали под Москвой в этом сельце Тушино. И уже по всей Москве летели его грамоты: «Бей до смерти, грабь до нога, бери их вотчины, бери их жен, бери их дочерей». И грабили, и брали. Эти зверства
тушинцев, они описаны во многих источниках, как будто вот это зло, которое привел на землю покойный царь Иоанн Васильевич, расцвело. Монахи насиловали прилюдно, отшельников заставляли петь срамные песни. Кто отказывался, тотчас убивали, кто пел, убивали потом. Убивали мужей, а рядом с теплым телом насиловали жен и дочерей. И теперь небо всегда было освещено и днем, и ночью пожарами. И люди предпочитали жить в чащобах среди зверей. Там было безопаснее, чем среди людей. И детей топили, как щенков. И поляки изумлялись вот этим зверством по отношению друг к другу русских людей. И говорили, бежать надо из этой страны, коли они такое друг с другом делают. Что будет с нами? И полуцарь Василий теперь не выйдет за стены Москвы. Сражение у речки Химки, сражение у речки Пресни. Вот теперь его великие победы. Множество русских городов было захвачено тушинцами. И наперечет, которые оставались верны царю Василию. Под московскими стенами, как фарс, как пародия, воздвиглась новая столица. 100 000 человек толпилось в этом городе бунта. И все там было, как и в Москве. Была Боярская дума, где заседали князья черкасские, сицкие, и вместе с ними полуграмотный казак Заруцкий Иван, которого новый самозванец сделал боярином. Удалой был казак, безумный в жестокости и смелости. Были свои приказы во главе с известнейшими фигурами, дьяками Грамотиным и Чечерином. Это один из предков далеких ленинского министра. И был патриарх свой. Если у царя Василия патриархом был Гермоген, то здесь патриарх был куда познатнее. Родственник угаснувшей династии московских царей и отец царя из династии будущей, Филарет Романов. Его взяли в монастыре и в рубище, привезли на расправу в Тушино. Но самозванец понял, как ценен для него тот, кого привезли, и предложил ему быть патриархом. Когда тоже предложили архиепископу Тверскому, он отказался и мученически погиб. Филарет согласился. Думаю, не потому, что испугался мученической смерти. Коли версия о самозванце наша верна, просто понял, что этот новый страшный плод от того же дерева, которое они когда-то взрастили, и понял, что надо искупать грех и в этом городе злобы умерять эту злобу и действовать, что мы потом и увидим. Не хватало только царицы, но и она появилась. Марина и отец ее, они жили в Ярославле под караулом, но царь Василий решил отпустить их в Польшу. Но она уже в то время сношение-то с тушинцами наладила. И по дороге тушинские отряды захватили ее и привезли ее к тушинскому царю. По легенде увидела и ужаснулась,
это значит не понимать персонаж. Коли бы ужаснулась, то жила бы в этом своем счастливом самборском замке, а не двигалась вместе с разбойной Русью к петле. Ужаснулась, правду написала о себе в письме. То был царицей московской, шляхеткой польской быть не согласится. Но тушинская столица скоро стала ей люба. Она увидела этого красавца, атамана Заруцкого. Полюбила ли она? Скорее нет. Просто поняла, как нужен ей окажется в дальнейшем этот безумный смелый атаман, которого обожала казацкая голытьба. Безумный калейдоскоп смуты, вся Русь превратилась в одно поле брани с севера из Новгорода. С отрядом шведов и новгородцев двигался молодой князь Скопин Шуйский. Это новая надежда России. Ему было 24 года, и он обещал быть великим полководцем. И по дороге он громил тушинские отряды и шел к Москве. Король Сигизмунд стоял уже у Смоленска. И в тушинском лагере уже началась своя смута. Часть поляков отъехала к польскому королю, русским. И казакам на сходе Филарет предложил им идти к польскому королю тоже и просить на царство сына его, королевича Владислава. И уже тушинский царь все понял и ночью бежал в телеге с навозом в Калугу. Переодевшись в мужское платье, вслед за ним бежала в Калугу Марина. Под колокольный звон вошел в Москву князь Скопин Шуйский, и москвичи на коленях встречали освободителя. Как жалок рядом с ним был этот подслеповатый маленький царь Василий и этот богатырь с этими льняными волосами. И царь Василий понял. Так что вскоре на Перу жена родного брата царя Василия своему родственнику Скопину и поднесла чашу с вином. Он выпил, и кровь хлынула из носа, из рта, из горла, как когда-то у Годунова, потому что это был тот же боярский яд. И вскоре осиротевшее его войско уже было разбито поляками. В это время в Москве бояре уже утомились от царствования несчастливого царя и составили заговор. Кто составил? А вот те, кто были прежде в заговоре с царем Василием. Все тот же князь Василий Голицын, князь Масальский, князь Куракин, князь Тюфякин. Вот они. Сначала пришлось ему переехать из царских палат в старый дом шуйских князей. Ну, как когда-то царских новых. Так что он ждал, хотя грамоту ему дали не чинить обид ни ему, ни брату, ждал. И был прав, и они явились, чтобы постричь своего царя в монастырь. Он умолял оставить его в миру, не разлучать с этой любимой молодой женой. Он зажал губы, чтобы не произносить монашеских обетов. Но монашеские обеты не за него произнесли, князь Тюфякин и произнес. Но и это был еще не конец. Поляки сказали, что коли хотят русские на царство королевича Владислава, пусть пленниками и отошлют в Краков своего прежнего царя, чтобы не чинил он смут вместе с братом своим. И отослали своего царя в Краков. Так что по дороге у него было время
понять, что получил он в результате всех этих измен и клятва преступлений. Но в Кракове он вспомнил о своем великом роде. И когда польский король велел ему поклониться, русский царь сказал царю московскому: «Негоже кланяться польскому королю. Не на поле боя вы меня взяли, а подлою изменою поданных». Через год с лишним он умер, и на могиле его они и написали слова: «Полякам на похвальбу и московскому государству на укоризну». И на укоризну и не отправили на Русь королевича Владислава. На сейме сказали: «Разве можно отдать королевича в страну, где так предают свою клятву, где так предают своих царей?» Тушинского Лжедмитрия убили на охоте. И вот с его смертью это имя Иоаннова сына, которое, как страшное проклятие, оставил в наследство царь Иван Васильевич несчастной стране, эта сила как-то стала вдруг ослабевать. И хотя еще впереди было много крови и много испытаний, оно уже начиналось, это таинственное возрождение, уже свершался переворот в душе народной. И символом этого возрождения и стал монах, архимандрит Троицы Сергиева монастыря Дионисий. Троицы Сергиева монастырь был бастионом милосердия среди этого моря зверства, в которое погрузилась тогда Русь. Монахи искали немощных, больных, старых, раненых, и всех в монастырь относили. И хотя монастырь-то не очень велик был, но Божьим чудом все поместились. И вот Дионисий-то и стал рассылать эти грамоты свои об очищении земли от захватчиков, но сначала об очищении души народа. И без всякого приказа вдруг в стране начался этот пост. Люди сами стали поститься, это был великий пост. И вот из этого покаяния, потому что без покаяния ничего не свершается, и родилось вот это второе народное ополчение, которое освободило и землю, и Москву от захватчиков. Они созвали земский собор, на котором избрали нового царя, отрока 16-летнего, Михаила Романова. В Ипатьевском монастыре спасались во время смуты и Михаил, и мать его, Марфа Инокиня. И вот по льду к Ипатьевскому монастырю и потянулась эта процессия с иконами святыми. Впереди шло духовенство, за ними бояре в высоких шапках, стрельцы, казаки. И, придя в Ипатьевский монастырь, они передали грамоту, где от имени всей земли молили Марфу благословить своего сына, а отрока принять грамоту и вступить на царство. Но Михаил с плачем отдал им грамоту, сказал: «Не хочу быть вашим царем». А мать его долго произносила свою речь о бесконечных крестопреступлениях на Руси, о бесконечном поругании своих царей. Долго ее молили
пока она согласилась. Уже был избран новый царь, а Марина вместе с Заруцким все скиталась по этой разоренной земле. Наконец они достигли Астрахани, где казаки и Заруцкий заставили горожан признать царицей ее и рожденного ею сына. Вот в этом бывшем городе татарских ханов, окруженная казацкой голытьбой и католическими священниками, и правила Марина. Но в это время уже у ворот показался отряд царских стрельцов, и они бежали из Астрахани на Яйке. Их выдаст царскому отряду атаман Ус. И дорогой унижения через Астрахань везли ее в Москву. В Москве удалого атамана Заруцкого посадили на кол. Варенка, так называли этого несчастного ребенка, повесили. А Марина, как сказал русский посол в Кракове, зачахла с тоски и горя. Думаю, следуя традициям того времени, ее попросту удавили. В Москве, как рассказали бояре новому царю, и Кремль был разрушен, и царские палаты тоже. И все надо было как бы делать заново. Вот такое же было состояние общества. Все вроде надо было начинать заново. Потрясения и смуты, кроме того, что повергают общество в пучину бед, нищеты, разорения, они должны рождать в обществе новые идеи. И действительно, вот это нашествие бесчисленного количества поляков, помешанных на идеях вольности, это бесконечные крестопреступления, бояр, духовенство, царей. И, наконец, то, что произошло впервые, когда в какие-то периоды Московия вообще жила без царя, или царь был выборный, все это должно было создать в будущем какой-то новый порядок, какие-то новые устои жизни. Но с самого начала ничего ведь подобного не произошло. Ведь на царство-то избрали отрока Михаила Романова, который, ну, в отличие от других кандидатов на царство, ну, скажем, Дмитрия Пожарского князя, никакими особыми талантами, заслугами перед Отечеством, славой на поле боя отмечен не был. У него было лишь одно преимущество. Он был родственником той ушедшей природной династии. На царство просто избрали все того же природного царя. И хотя сначала соборы будут собираться почти каждый год, но скоро их собирать перестанут. Так что кровавые родовые муки смуты закончились рождением все того же ребенка. Московское государство родило азиатское самодержавие. Все вернулось на круги своя. Осталось это рабство несчастных земледельцев. И осталось это безумное молчание народа, не смеющего говорить истину своим царям, о котором так сокрушался Авраам и Палицын. Так что уже в 17 веке мерещится призрак 17-го года. И в Ипатьевском монастыре таятся тени Ипатьевского дома, таится будущая смута.